Я пришел прокатиться на канатной дороге, телеферике, тут порт. И вы не поверите, тут очень много рыбаков. Почему же вы думаете? Потому что здесь очень много рыбы. А рыбы здесь много, потому что здесь страшно воняет канализацией. А рыба очень любит перекусить всякое, что из трубы вылетает. Хотели мы поехать на канатной дороге, но передумали, поедем на обычной машине, слава богу. Я обычно VIP-класс. VIP-класса. Если VIP-класс не буду, не садись. У вас все хорошие машины. Нет, у нас нет столько электромашин, у вас очень много электромашин. У меня вообще другая. Да? Серьезно говорю. Вот это белая? Какой? Белая вот эта. Маршрутка? Да. А не отпёздил? Как вроде? За усопших и за страдающих, чтобы все было в жизни. Очень высоко. О, и практически без канатной дороги мы обошли. Так, мама пошла. О, звонят к обедне. Ворота такие серьезные. О, красиво. Далеко. А я проживаю, вы знаете где? Сейчас я вам покажу. Вот это, да, я думаю, где синенькое здание. Сейчас, да, вот тут. Короче, внутри красиво довольно, снимать нельзя. Угу. Да. Дорожка вниз очень приятная. Гораздо приятнее, чем вверх. Мама. Мама заинтересовала эта табличка на голубом фоне. Мы не знаем, что бы она могла значить. Только исследование может показать. Оказалось, табличка тут неспроста. Дом оказался работающий туалет. Так что кому будет надо, все в ваших руках. Забор тут жесткий, огораживает, чтобы вы не хотели скатиться. Как видите, соответствующе лучше одеться. Но все равно нам выдали. Это площадочка на самом верху. Тут тоже красиво довольно-таки. Стоит добраться, сюда поехать. У нас все понтины. Довольно узконькая дорожка. Угу. Хороший водитель должен быть. Да. Доверять своему водителю. И очень крутые эти, какие спуски, конечно. Узкий поворот. Да. Серьезно. Папоротника много здесь, чуть-чуть выше, и уже другая чуть-чуть это, как его, ну, природа, да. В общем, стоит поехать, понравилось нам. Видно весь Батуми. Не прокатились мы на канатной дороге. Ничему не расстроились вовсе, потому что нас переманил мужик на такси съездить на, ну, к церкви там трудиться. А пока мы были там, представьте, за эти полчаса поднялся такой ураганный ветер, и эта канатная дорога закрылась. И вот мне интересно, если бы я туда выехал вверх и там загулял, что вниз бы я шел пешочком, это бы мне не понравилось.